По итогам стартовавшего третьего этапа конкурса министров, эксперты сформируют рейтинг участников, который будет представлен главе республики Алексею Цыденову для учета при личном собеседовании с конкурсантами. Со всеми кандидатами Алексей Цыденов встретится до конца этой недели. Имена новых министров должны стать известны до 5 декабря. На финишную прямую вышли 18 кандидатов на должности 5 республиканских министров. Своих руководителей дожидаются в Министерстве спорта и молодежной политики, культуры, туризма, здравоохранения, а также экономики Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее подтвердил возможность назначения не прошедших отбор на пост министров на места замминистров. Информация представлена информагентством «Байкал Медиа Консалтинг».